Здорово, народ, с вами Олег, и будем продолжать с вами проходить Киберпанк, Сайберпанк, будет 7-я серия, друзья, но кое-что я обнаружил здесь, смотри, в дополнительном контенте, то есть у нас, смотри, с тобой доступен внешний вид, прицелы, новая квартира Ви, только она будет доступна во втором акте. Всякие гаджеты наружу, само оружие. Войдите в фоторежим, играя за Джонни, купите на огненной распродаже Уилсона или найдите на улицах города. Видишь, сколько у нас с тобой дополнительного контента, и вот эту бы машину я хотел бы заполучить. Нужно будет выполнить задание на перепутье. Так, а такие куртки, вещи мы вроде бы получили. Окей, все это надо будет как-то проходить, как-то разгадывать, но... Блин, ну столько всяких приколюх классных нам с тобой насыпят. Да, и, к сожалению, плохая новость, Джеки умер. Так что уже будем играть без Джеки. Это что такое было, блин? Джеки, или ты не умер, или ты живой? Капец, тачка вся расколошматенная прям. А я могу снова в машину сесть? Да. Паскудно вышло, конечно. Кто там бутылки бьет? Это кто тут хулиганит? Ты? Не видишь, что ли? Я занят. Чем? Битьем бутылок? Или это не ты? А кто тогда? О. Выносливость вроде бы. А, нет, это станина, да, это наша станина. Я подумал, что прокачалась выносливость. Подожди. Кто это разбивает нахер? А это что такое? О, продать. Всякая барахлишка, да? Смотри. А сколько у нас с тобой денег? В почкомате, в почтомате есть 20 тысяч. Так, а мы с тобой ходим сейчас с этим, да, оружием? Так, продать. Продать. Вот это, наверное, я оставлю ППХ. Ну, вот это тоже продам. Вот это продам. Это тоже. Ну, и это тоже. 40 единиц урона, а тут 90. Слушай, но может быть, ну не знаю. Ну, скины у них очень прикольные просто, и не хотелось мне продавать. Ладно. А давай открывай. Нам куда, наверх надо? Гадюжник какой-то. Еще наверх, да? Не курите, дамочка. А хотя вам пофигу. Вы же роботы. Через какой прикол куря роботом? Какой-то в этом прикол есть? В будущем быть роботом и... Ну, какое-то удовольствие не получает или что? Ты откроешь мне дверь? Какой звук? Пусти. Тебя ждут. Без сопливых. Что-то не нравится мне все это. 54-й канал. Пираты. О вашем проебе говорят все. А где Джекстер? Остался в машине? Может, спросишь, как он себя чувствует? Не говори со мной таким тоном. У него было кровотечение.
Он умер. Вот как. Мне жаль. Да. А где чип? А, подожди-ка, давай-ка до последнего тянуть не будем, отдавать. Хоть одна хорошая новость. Хорошая? Сабура Арасака мертв. Ты понимаешь вообще, во что вы меня втянули? А ты как будто бы не знал, придурок. Его величество, императора. Все, кто как-то с этим связан, подписали себе смертный приговор. Ты нас в это тянул, придется уехать из города. Из-за тебя мы вляпались в это говно. Как ты нас готовил к операции? Ты не знал, что Сабура Арасака будет в отеле? Вот-вот. Я не мог прийти к нему и заглянуть в его ебучий ежедневник. Ага. И вообще, вас никто не просил его убивать. Да его не убивали мы. Это были не мы. Да ну, так и скажи Арасаке, когда за тобой придут. Ладно, ну дальше-то чё? Спокойно. Чё? Надо продумать следующий ход. Новое место, новая личность, но сперва... Тебе надо что-то сделать с лицом. Ванная вон там. Приведи себя в порядок. А что с ним? Ну-ка скажи мне. Что с ним? Зайти в ванну. Ох, сдается мне. Чем-то плохо это кончится. Сейчас сзади так по темечку. Хиракс. Ну давай умоемся, не будем зеркало разбивать. Зачем? Только хуже сделаем. Разбить зеркало у тебя? Да не будем разбивать зеркало. Ну я бы пушку держал. Я могу ствол достать? Нет, да? А ты чё меня тут пасёшь? Но вот. Я так и знал, вот я вот прям как чувствовал. Ой, жопа жирная. Я не хочу рисковать, Ви. Помнишь наш первый разговор? Я всё-таки выбираю тихую, спокойную жизнь. Обойдусь без лучей. Всё тебе славы. Пизда! Хотя, причём нам... Да, я что-то не ожидал я, что оно все как-то будет так. О, это что, все время вступление было, друзья? 7 серий, получается, подряд. А что с заданием там на перепутье? Как в Ведьмаке, вроде бы такой квест есть на перепутье. Может быть, отсылка какая-нибудь? Обочки. Это кто? Выйти на сцену. О, это мы. Слушай, какая у тебя пушка. Привет, привет, поклонница. У тебя все норм? Лучше некуда. Они похожи. Ё-моё, сколько алкоголя. Иди нафиг. Нам везде можно. Тихо, тихо, успокойся. О, мы за Киану Ривза играем, нифига себе. Вот и еще тот-то родскер. Опять обдолбанный. Ха, я же родскер. Ты на себя-то посмотри, блин. Ну-ка, гитару мне и микрофон. А че музыка перестала играть? Из-за того, что у нас пушка? Ну или чё? Сегодня я... Чё я? Сегодня. Я пришел, чтобы с вами попрощаться. Ну-ка давай-ка сбацай. Джин-джин-джин. И
чё это? Ты так сбацал? Деньги — это деньги. С ними, блядь, не шутят. Слушай. Ага. Фотки у тебя? Выйти наружу. Окей, окей. Отлично, тогда поговорим. Подожди-ка. Какой-то диалог? Ты... На что ты тратишь жизнь? Бегаешь за нами, как шавка. Эй, с тобой все нормально. Слушай, я вот уже который раз вижу, вот видишь, самурай написано УВИ. На куртке написано самурай, по-моему, на машине еще. Почему здесь все связано? Джонни, подожди! Не надо этого. Ты же ничего не добьешься. Я не ты, я иду до конца. Увидимся в следующей жизни, друг. Иди сюда. Да хрен с ней, с группой, Кер. Забей на все. Сделай сольный проект. Мудачок ты, мудачок. Знаешь, как мне будет тебя не хватать? Да ладно. Увидимся в следующей жизни. Нифига себе, у тебя вертолет у вас есть. Ты просто... Секс, когда злишься, я заказчик, я решаю. Кто опоздал, а кто нет. Я заказчик. И я решаю, кто опоздал, а кто нет. Ясно. Сильверхенд. Привет, шайтан. Поднимаемся. Шайтан? Да, надень. И не снимай. Понятно? Да, понятно. А задание на перепутье у нас будет? Молчишь. Ладно. А куда летим-то хоть? Это что, Джеки умер, Ви убили. Декстер Дэшон. Доки горят. Пасифика отрезана. Света нет. Вот санитанки на улице. Сука, пиздец. Беспорядки. Это наша работа. Это план Джонни. Пулемет какой-то у нас. А то, что по гражданским стреляют, тоже часть плана? У нас тут не все пацифистов, Томпсон. Мне нравятся твои... Так не я за пулеметом, что ли? А куда летим? На Арасаки, что ли? No entry. Нет входа. А мы же тут были в прошлой серии. Нифига себе, сколько там. А вот эти, смотри, куда стреляют вообще. Турельки. Ты будешь? Ты попадать-то собираешься? Принял. Пана берут по объявлению. Учитель, блин, вон как надо пулять. Турельки, турельки валим. Охренеть, всю крышу им разнесли. Ну, блин, камера не поворачивается. О. Нифига себе, а можем такой на постоянке носить? На постоянной основе-то. Ну ты ударил рок в этой дыре, конечно. Взять сумку и прыгаем. Это что за такой еринобу Арасаки, блин, кто, который там и каждый нападает? Отдаем на волю гравитации. Взрыв разрушает фундамент. Башня валится. О, нифига себе. Ты ждишь. Нифига, какая анимация красивая. А я могу в инвентаре посмотреть? Нет, нельзя. Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек? Мёрфи, ты достала уже? Хватит шариться в базах. Передай на всех частотах объявление об эвакуации. И пошли. Ну вы откроете дверь-то или что? Боже, кто вписал этот манифест? Угадай с трех раз, блин. Джонни, ты оторвался от реальности. И это тебе говорит не транить. И чё у нас постоянно вперёд. Девки в команде? То тибак, то там это еще. Вон ту тварь, я сама прикончу! Нифига себе, как он шотит.
Кто там? Ты? Держаться в укрытии! Мину шотит он, капец. Охренеть, по 3000 урона. Друзья, по 3к дамага вылетает. Я не знаю, надо эти камерки сносить. Слушай, это охренеть, он чем стреляет-то? С одной пульки я просто. А вот этих... Нифига себе, голову аж оторвало ему. Ды-дыщ. Видал, какая пуха у меня? Еренобу. Джонни, груз. Как там называлась бомба? Бушидо 2. Кончай! Нам надо сваливать! Демолитрон! Ну погнали! К вам идет спецназ! Бегите! Да пофиг! На спецназ такой-то пушкой. Стреляй по кабелям! По кабелям? По каким кабелям? По каким кабелям стрелять? Разбивайте двигатели, мы возвращаемся. О. Совершить быструю атаку, перезарядить оружие. Ну-ка. Нифига, надо это испробовать. Так, куда идем? Я должен сделать еще кое-что. А что я должен сделать? Так, это еще не все. Надо скормить это их под сети. Сука, ну конечно! Ты срать хотел на корпоративный колониализм. Это все ради твоей ебучей фанатки. Прости, бестия, тебе не понять. У тебя 4 минуты. Ни секунды и дольше. Мы тебя ждать не будем. Так, я взломала дверь. К тебе идет еще отряд. Обожаю тебя. Так, куда идти, куда идти? Меня обожают. Подожди, я хочу срочно испробовать. Ну достаешь пушку-то. Нифига себе, иди сюда. Сюда. Опа, подожди. Сейчас доиграемся. Нифига себе, сколько у нас хпшек, 400. В укрытие! Да, ты крут, конечно. Так, подожди, нам надо идти наверх. Нам нужно идти наверх. Какой огонь? Где? Кто это сказал? Вот так вот. Вот так вот. Подожди, а чё они не сшутились-то? Так, подвосстановим хпшки. 4000, друзья, урона. Не, ну какая анимация, просто прелесть. Я рядом с точкой доступа. Подключайся. Нифига себе, это что, такой портативный компьютер? Классный ледокол. Импортный. Отправка вирус, освободить. Интересно, кто бы теперь мог изменить протокол под сети? Очень интересно. Ты помочь можешь? Могут ли пауки ловить мух? Есть паутина, без вопросов. Спасибо, Мёрфи. Сейчас, на всякий случай. Мать моя, кибер-женщина. Блин, что так вирус-то долго отправляется? Известная террористическая организация выпустила манифест, в котором пригрозила разрушить Арасака Тауэр. И что, они там будут крутить свой фильм какой-то или что? Террористы заявили, что хотят, цитирую, что за вирус они такой запускают? Корпоративному колониализму. Конец цитаты. Или взломать что-то хотят. Мэр Найт-Сити Мболи Эбуники выступил с заявлением о том, что любые акты террора на территории города будут караться по всей строгости. Мы попробуем узнать подробности у нашего корреспондента, который наблюдает за развитием событий у Арасака Тауэр. Все готово. Жесть, что так долго-то? Они поднимаются. Беги. Вытащить оружие, перемотать. Так. Подожди, на крышу сюда. На крышу нам вот туда. Нихера себе, это что такое? Опять этот терминатор нафиг. Черт, это Адам Смешер. Джонни, беги! А мы его тоже сможем заваншотить? Дорфи! Двери заперты, но долго не выдержат. Беги, Джонни, вали оттуда. Все, понял, валим. Да, прям можно подумать, как будто наш бы вертолет бы не снесли. Ну чё такое еще нахер?
это Адам Слэшер или кто? Смэшер. А я говорил, малыш. Говорил, что я тебя однажды прикончу. О, руку отстрелил, походу, ему. Это как он будет-то без руки-то? Ничего не пойму. Ви убили, Джонни убили. А это еще кто? Попробуем еще раз. Нас что, оживили, кем чтобы были убить? Твои сообщники? Как вы добыли взрывчатые вещества? А че этот добрый полицейский до сих пор молчит? Давай, поболтай со мной. А че у них лица одинаковые или нет? Какой террористической организации вы принадлежите? Никакой. Как вы добыли взрывчатые вещества? А что там, посмотри, на заднем фоне эта картина? Или что, как будто как бы война какая-то? Так, я знаю этого деда. Ну, как будто на заднем фоне ядерная война, или что, видишь, в окне там? Отцы. Какого деда он знает? Это папашка, что ли, этого? А теперь мы будем замедлять. Смотри-ка, у меня получилось. Чё получилось, Джонни? В этой отлететь? Башне погиб мой муж. Но бывает участь страшнее смерти. Я не хотел, чтобы он погиб. Назы коную на коту. Зачем ты это сделал? Чтобы положить конец вашему безумию. Что во усоцки, дивундичему азамк. А тут он помоложе. Да, щавачка. Щава юбендага, калерова кисте усоцканы. Сича но котова нива. Цузумаши-сан-гар. Хаджимеро. Чего? Выполняется пересадка эндрама какой-то. Да, они там органами торгуют, да? Подойти к ним к знакомцу. И чё, в чем прикол? Итак, за Джонни этим будем ходить? Или это баги какие-то у него? А ты... кто такой? Ты чё за раздвоение личности? Я снова я, Ирен. Всего окружение, диагностика киберимплантов, чё? Помойка какая-то. Это кто? Сейчас Ви, наверное? Его что, в помойку закинули? Охренеть. Вот это жизнь. Как ты вышел-то? Городская свалка, 440, 77 год. Выбраться, ползти. Нифига себе. Это Декстер Дешон, да, наверное, его на помойку выкинул? Убил и на помойку выкинул.
Да, ну надо бы с Дексом рассчитаться, мне кажется. Ну и чё, и сколько нам ползти-то так? Обачки. Вон там это жопа толстая ходит. Этот, Арасака. Он тяжелее, чем кажется. Слушай, брат, я сделал, как ты хотел. Давай мы с тобой поговорим. Ну и не придется нам Декстера валить. Что за самурай? Арасака-сама. А это же, который был в этот, в шестой серии, помните? Этот отец и Еринобу, и вот этот Такимура. Хай. Ну я ничего не понимаю, что. Блять! Тихо. А это что за такое? Как самолет, блин. Ксу, хитонёй. Как же ты воняешь, говорит. Нам самим нужна помощь, блин. Электромагнитное оружие, пробивание. А чё с ним он не отлетает? Чё за пушка колхозная-то? А где урон? Ё-моё, мы же сейчас отлетим. А где урон? Или это по игре так задумано? Нифига себе. Это что за уроды такие? Сколько тебе дамага-то надо, алё? Медицинская помощь. Есть трипперы, которым ты доверяешь? Я вас помню. Вы были в компании.
Мики Плаза. Мы должны ехать к Риперу. Быстро. Виктор нам поможет. Эй, не спи. Виктор. Надо ехать. Не будет ли это плохо, то, что мы как выглядим сами Виктора? Сами не доберемся. Надо, чтобы нас туда отвезли. Позвони кому-нибудь. Так, сейчас наберу Делэмону. Ты меня слышишь? Ладно, да, ладно. слышу, я же думаю. Деламайн. Здравствуйте. В данный момент вы находитесь вне зоны оказания услуг. Забери меня отсюда. Мне надо в эзотерику Мисти. Рядом с Виком. Как пожелаете. Транспорт в пути. Ожидайте через 20 минут. Что ты делаешь? Эй! Личный порт поврежден. Пожалуйста, вставьте штекер чуть ниже уха, но не слишком глубоко. Между лимфоузлами под мышцей должны быть дополнительные нейропорты. Если я поврежу вену, он умрет. Как и в случае, если вы ему не поможете. Кажется, я нашел порты. Подключите его. Так, переносим его. Я не могу. Мне надо отдохнуть. Это твоя кровь? Мисти! Давление падает. Это нейрогенный шок. Он умирает. Придется пилить затылочную кость. Другого пути нет. Есть риск, что... Я знаю, что делаю! Восстанавливается дольше, чем ты, но жить будет. Ви, ты меня слышишь? Да, вроде как бы. Как больно. Как себя чувствуешь? Не знаю, Вик. И смотри, какие-то диалоги синие стали. И всякая хрень мерещится. Так, а у тебя что, галлюцинации? Ну-ка, давай, пиши. Свет бьет прямо в глаза. Очень шумно. Я стою на сцене и почти задыхаюсь. Меня разрывает от ненависти. Я ору что-то злобное в микрофон. И понимаю, что это не помогает. Ненависть не уходит. А потом... Только не смейся. Я подкладываю бомбу под Росака Тауэр. Было бы над чем смеяться. Ого, это что, у него разум того Джонни, что ли? Найт-Сити выглядел по-другому. И... Поговори со мной. Найт-Сити выглядел по-другому. Незнакомо. И я ненавидел его. Всех,
всех, кто в нем есть. Все было по-настоящему. Не как во сне. Ви, это были не сны. Это были воспоминания. На твоей щепке конструкт личности. Ты видел его прошлое. То есть я вижу воспоминания другого человека? Как так получилось? Не знаю, как это произошло, но теперь вы двое связаны. Двое? Я и кто, Вик? Кто второй? Джонни Сильверхенд, террорист. В моей молодости все в городе его знали. Я бы сейчас поговорил о более важных вещах. Говори. Биочип — это... Это как бомба замедленного действия. В общем, тебе осталось недолго. Максимум пара недель. Конструкт Сильверхенда переписывает твое сознание. Он будет работать, пока не получит контроль над твоим телом, и тогда ты просто исчезнешь. Ви, это важно. Ты меня слушаешь? Ты же меня починишь, правда, Вик? Да я бы рад, Ви, честное слово. Но это... Это выше моих сил. Ты же лучший из лучших. Почему ты отказываешься мне помочь? Тебе длинное объяснение или короткое? Вот ты говоришь, тебе осталось недолго. Ты исчезнешь. С чего бы? Докажи. Декс тебя застрелил, правильно? Пуля повредила твой нейропорт и твой мозг. Биочип реанимировал тебя, потом закоротил и начал выгружать данные тебе в мозг. Он посчитал его пустой скорлупой, понимаешь, в которую можно скопировать энграмму другого человека. Пустой скорлупой? А я тогда где? Я же вот он. Да биочип не читатель. Биочип писатель. Голова у тебя болит, потому что он меняет нейронные структуры. Понимаешь, он убивает старые нейронные связи, чтобы создать новые. По его мнению, ты и то, что от тебя осталось, это опухоль. С ней надо бороться. Вик, ты же всегда мне помогал. Если не можешь меня спасти, хоть посоветуй, что делать. Пожалуйста. Вик. Если б я знал, малыш. Мисти. Ты слишком много хочешь от такого дедули, как Вик. Пойдем, я отвезу тебя домой. А потом он умер. Ну и дела, конечно. И я подумал, что тоже сейчас умру. Там, во сне. Сон. Это маленькая прелюдия смерти. Может, я и не просыпался? Я же мог просто там сдохнуть. Не думай об этом, Ви. Расслабься. Смотри, это твои таблетки. Омега-блокаторы. Принимая регулярно, они замедлят действие твоего чипа. Эти таблетки заставят молчать гостя в твоей голове. Псевдоэндотрезин от меня. А гость — это Джонни, друзья. Он ускорит процесс. Освободит демона, так сказать. Мне нужно лечь.
Ах да, последний подарок. Капец, у нее ошейник. Она была у тебя в черепе. Возьми на удачу. А как она туда поместилась? Обещай мне, что поспишь. Мисти, стой. Насчет Джеки. Что? Джек был... был моим лучшим другом. Мне его очень не хватает. Если бы он был жив, он бы велел тебе поднять задницу с утра пораньше и делать все, что нужно. Тебе сейчас надо отдохнуть. Стоп. Пожалуйста, поспи. А на компьютере там есть дом, типа, можно купить. Угу. Ну что ж, друзья, давай поспим немножко. Да. А Джонни, он же умер. Ну да, и Ви умер, я вообще не знаю, Джеки и Джонни, и... И Декс. И Декс тоже, но... И таким образом умер. В результате Джонни... жив в подсознании Ви. Я так понял. И, ну и Ви тоже живой. Очень странно. Вот и Джонни. Я выберусь отсюда, ты понял? Я убью любого, кто встанет у меня на пути. Давай пей таблетки срочно. Тоже. Мне вот надо покурить. Где у тебя курево? Не, головой стоит бьется. Я не курю. Так пойди и купи! Мне всего одна нужна, последняя! Да что это вообще за херня? Не понял. Ты, блядь, кем себе возомнил? Отвали ты от меня! Так, подожди-ка, и чё? На кого ты работаешь? Говори! Чё? Они даже движения одинаковые делают, смотри. Чё? Ёбаный чип. Я его своими руками выдеру. Нет, стой! Ну, no, нафиг он это сделал. Я получу контроль. А! Я найду как. Ты меня слышишь? Свали из моей головы. Нет. Лучше вставь себе ствол в рот и застрелись. Я чувствую, как наши сознания соприкасаются. Я словно гниль, которая пожирает тебя. И я не могу это остановить. Слышишь? Как бы я хотел сейчас проблеваться. Это только копия энграммы. А есть и другие. Должны быть. А, ползти надо. Блять, 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 блять! Отъебись от меня! Выметайся, уёбывай, слышишь? Надо убить себя. Это единственный выход. Слышь, сучонок, стреляй себе в башку, блядь! Ебать.
акт 2 уже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.